Привет, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play. Мы продолжаем играть игру Just Cause 3. В предыдущей части мы освободили ученого, и также мы полностью зачистили лаванду. И теперь нам нужно узнать секрет Вис Электры. Дайма обнаружил связь между разрушенной электростанцией Вис Электры и мощными воздушными ударами УИП, которые защищают башню центрального командования на основной базе Диравелла в Сималеон. Рика должен встретиться с ней, чтобы узнать, как посеять в системе хаос. Так что мы уже практически на месте. Блин. Давайте узнаем, что там за секрет. Ладно. Хорошо. По моим расчетам, провода из Вис Электры заканчиваются где-то здесь. Это силовой узел УИП генерала Диравелла. Уничтожь его, и мы выведем из строя оружие. С удовольствием. Удачи. Итак, нужно разрушить эту фигню. Да господи, как нефиг делать. Так, иди вдоль труб, Рико. Да, это просто. Что будет, когда трубы закончатся, Дайма? Разрушим командный пункт, и Сималеон останется без защиты ракет. Можно будет добраться до базы и взломать военный центр управления. Шикарно. Трубы закончились. Зато есть катера. Че, катера нужно уничтожить, да? Дали? Сейчас уничтожу. Подожди. Давай. Но! Есть! Один есть. Че, второй? Второй тоже есть. А это что такое? Так. Секунду, Рико. Открою тебе ворота. Проход открыт. Иди вдоль труб, Рико. Под водой не могу зацепиться крюком, нифига. А еще воздух кончается. Так что нужно скорее. Ах ты, господи. Все, нужно отдышаться. Давай. Так, интересно, что тут у нас? Вроде врагов пока не вижу. Вроде пока тихо, спокойно все. Тут какая-то кнопка. Активируем? Нет? Нет, нельзя. Ну все, я на месте, походу, почти, да? Там он оружие. Все, подобрали, отлично. Так, ученые какие-то. Отлично, Рико. Силовой узел должен быть в соседней комнате. Ух ты, господи, боюсь, сейчас меня там ждет теплое. Так, поехали. Прием, теплый прием. Уничтожь все. Займусь УИП. Ну и ладно. Привет, мужики! Эй, не ждали? Так, что тут? Тихо. Тихо. Кошмар, а? Давай, взорви это все нафиг. Да ладно тебе, блин. Не хочет взрываться, нифига. Ну-ка, тащи. Тащи. Зараза, а? Черт, ученый. Пардон, ученый, я не хотел. Да, выходит, нифига, взорвать. Пойду. Есть, вроде еще одного взорвали. Нет. Ладно, просто расстреляем. Все, я понял, значит так можно расстрелять. Просто в порядке. Давай, еще гранат подкинем. Все, хорош. Блестящий Дайма. Вы подключено. Повстанцы могут войти в главный командный пункт Сималеона. Это было просто. Это было очень просто. Окей, что дальше?
Освободите поселение Сималеон Центр... Центком. Окей. То есть это основное задание, да, у нас? Больше других заданий нету. Ну что ж, друзья, мы добрались до места. Приступим. Начнем уничтожать все это дело. Давай. Начнем с тебя. Ты идешь сюда. Тихо и спокойно. Так, что у нас тут? Ага. Еще радар. Надо вообще все просто. Тихо, тихо. Господи, а? Что такие все крутые-то, а? Что крутые-то все такие? Снайперки где-то надоставали, блин. Все подряд снайперки выходят. Не знаю, с форматом. Что там у нас происходит? Не знаю, не взрывается. Не взрывается нифига. Так, что это, трансформатор? Давай! Есть! Еще одна тарелка, еще один радар туда же ушел. Еще одна тарелка. Шикарно, все шикарно, Нерика. Давай, 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 крушим все подряд. Давай, вон там цистерну нафиг поднесем. Черт, тебе нифига не происходит, есть. Есть и оружие здесь, а? Привет, ребята, на, держите. На, еще. О. Так, нужно быстренько взять под свой контроль эту ЗРК. Хорош. Давай. Хорош, разнесли. Блин, горячо. Горячо, горячо, горячо. Тихо, 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 тихо. Так, все, нормально. И эти все тут качурились по-быстренькому. Патроны подобрали. Что, где, откуда ты по мне стреляешь, там, чувак? Давай, взрывайся, взрывайся, взрывайся. Есть, ушли отсюда нафиг. Хорош! Хорош, Рика! Еще молоток. У тебя оружие-то есть, а? Я что-то не пойму. Этот там целит рылом. Да, спалился по-быренькому. Жать! О, не зря ЗРК подобрали. Конечно, не вспомнит, блин. Так, ага. Черт, где этот вертолет поганый? Надо было его, конечно, подобрать себе, забрать. Хорош. Так, сейчас это затащим. Че, нет вертолета, да? Еще один радар уронили. А, вот там. Трансформатор. Что еще нужно разбить-то тут? Так, рубильники... Так, спутников тарелки. Да дофига всего, господи, валим все подряд, а. Вон еще тарелка. Что это за фигня на наверху? Пульт управления, шикарно. Шикарно. Так, вот ту фигню нужно точно разнести, давай. Че, боеприпасов нету, понял? Блин, надо где-то подобрать по-любому. Тихо, Рифа, тихо. Вытаскивай нас отсюда, братюнь. Да не говори, не говори, вообще шискач. Так, цепился, 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 давай. Заряжайся. Фу, блин. Да харе, а. Че, все крутые-то такие. Так, вот еще один трансформатор тут. Патроны кончились, да фигня, прорвемся.
Кто там в меня палит, а? Зараза! Еще один рубильник свалили, отлично! Отлично, отлично, Рик, отлично! Рубим, рубим! Уу! Хорош! Нормуль, вышли из-под огня. Давай. Ах ты, собака! Сколько вас тут, а? Всех не перебьешь, блин! Нате, собака, по ногам, на, по ногам! Надевали тут. Все, блин, в брониках шкерятся. Че не вз... Не, не взорвать это. Нифига не взорвать это. Нифига не взорвать, да хоррэ, а! Так, ладно, у меня есть другая фигня. А, хлоп. Давай. Сюда. Туда. Взрывайся. Есть! Что дальше? Трансформаторы, пульт управления по станции, спутник батарейки, доплеровский радар. Понял. Ну, а, туда попер. Оп! Есть, река, давай-давай-давай, вытаскивай. Есть, еще один радар взорвали, это трансформатор, походу. Даже его. Еще один, блин. Шикарно. Блин, вы неугомонные-то, а? Харе, ну харе уже, а? Отстаньте. Сдайтесь просто. Просто сдайтесь, мужики. Вам не победить. Так, нашел этот доплеровский радар. Была эта собака вот здесь, за территорией базы. Все. Добили нафиг. Блин, неприятно, конечно, база. Не сложная, но, блин, неприятно. Я изучаю данные со сканера и те сведения, что передал Зино. Бавария опасен не только для Медичи. Нужно встретиться. Немедленно. Кажется, Диравелла работал над Бавариевой ракетой. Надеюсь, что коды Зина еще работают. Он и о тебе несколько метких слов сказал. Не очень вежливо с его стороны. Встретимся на базе Дайма. Так, давай прямо сюда. Аккуратнее. Да, вот так. Идем. Голову береги! Давай! Сейчас я подниму передатчик! Уничтожь его! Я почти покончила с этими неприятными вещами, да? Что? Бавария горит, служа безумцу. Может быть, придется быстро отступать! Останься здесь, охраняй вертолет! О, мудро! Очень мудро! Ты не из Египта? Родригес? Скорее всего, нет. Ну давай! Я работала на Диравелла. Знаю, я уже рассказывала. Это терзает меня. Он обещал мне все. Финансирование, возможность революционных открытий. Это повлияло на мое суждение. Я знаю, что могла остановиться. Просто не думала об этом. Я дала ему все, Рико. Все. Ключи от королевства. Бавария может убить миллиарды. Миллиарды. И я буду в ответе за каждую из смертей. Не сейчас. Ладно. Иди. Марио, ты это видишь? Генерал Диравелла взбешён. Это из-за Зина? Уже не важно. Мы к этому готовы. Начинай готовить контратаку. Я вернусь, Дайма. Жди здесь. Ох, вот это круто. Походу на нас напали. Самолеты какие-то полетели кого-то бомбить, походу, да? Какой-то город. Ну фиг знает. Ладно, нам вот туда. Потом разберемся. Ну, добрались. Да я. Давай. Вижу. Уничтожить.
уничтожь его. Тогда я отключу все системы ракеты Дирабелла. Хорош. Отключай ракету Дайма. Включай ракету Дайма, давай. Нужно время. Рико, у повстанцев неприятности. Олеся направит тебя туда, где хуже всего. Давай к этой точке, Рико. У нас тут повсюду сражение. Что-то голос у тебя веселый. Просто я готова сражаться. Если мы потеряем слишком много людей, то проиграем войну. Так что помогай нашим во всех схватках, что увидишь. Потеряем людей, проиграем войну. Понятненько. Рико! Это вообще не проблема. Нас окружают! Так, куда? Мы долго не продержимся! Да лечу, пиши, господи! Пиши координаты, где жарче всего! Посмотрю, что можно сделать. Лечу, ребят, лечу. Ули. Рико, нужна помощь в побеге. Ух ты, ёж! Что-то там серьезное прям творится. Еще нету ни бомбардировщиков, ничего нет, нормально, летим. Летим, По морю везут кучу военной техники. Затопи ее. Понял. Топлю. У меня патроны-то есть, у меня заряды есть. Да у меня ни хрена нету, блин. Черт! И что мне делать? Как мне это все дело? Уничтожить! Фак! Сейчас, ладно, погодь. Тихо. Ну вот мы себе и танк вызвали. Нормально. Заползаем. Пошли повеселимся. Так. Все путем, сейчас это все дело разрулим. Не переживай, мужики. Тяжелая артиллерия пришла. Да ёп, такая стрелять, я нифига не умею. Есть, один сняли. Все, нет, в ответ не пали, да? Зачем какие-то. Так, бой выигран, но это было легко, это было очень интересно. Рико, нас у Альберто Пьеро танки присутствуют. Ты сможешь помочь? Ладно, все, этот танк бросаем. Что у нас там? Это у нас наши. Привет, амиго. До меня дошли слухи об аварии в ракете. Для агентства это будет просто сокровище. Немного занят, Шелдон. Прости, что говорю очевидные вещи, амиго, но получение бавариевого супероружия мне кажется чуть более важным, чем любое твое чертово дело. Не сейчас, это Шелдон. Только там о бавариевом оружии своем заботится, понятно все. Начинай, Степан. Рико, повстанцы не справятся с танками. Уничтожь танки. Понял, сейчас уничтожу. Подожди, родная, подожди. Есть какие-нибудь вертолеты здесь? Хоть что-нибудь есть? Давай, где танки-то? Вижу, вон один. Один есть. Еще один на подходе сейчас. Нужно оружие где-нибудь забыть. Надо быть тут. Оружие есть. Так, вот тут оружие, отлично, взяли оружие. Взяли, отлично, шикарно. Обратно пошли. Хорош, давай, Рика, давай. Так. Еще один готов. Ща. Мы можем что-нибудь сделать? Так. Хорош! Взрывайся! Рико, повстанцев у Санкт-Лукас атаковало звено вертолетов. Какой? Звено вертолетов, а? Звено вертолетов атаковало. Далеко вообще? Нет? Блин, ну такая война, это неинтересно, господи, это просто очень. Нашим бойцам. Ты сможешь помочь?
Да, с вертолетами сейчас на раз справимся. С вертолетами вообще никаких проблем. И это мы сейчас разрулим. Тихо. Да, поближе нужно подойти. Давай. Так, зацепили один. Нормуль. Есть, один ушел. Где второй? Ну-ка. Ну-ка. Да нет, сейчас зацепиться-то. Хе-хе-хей. Может просто расстрелять его можно, да? Можно просто расстрелять, вообще без проблем. Как нифиг нафиг. Мы сделали. Мы побеждаем. Правда побеждаем. Спасибо за помощь, Рико. Рико, пилот Шелдона забрал меня на вертолете. Есть проблема. Какая? Мы летим за тобой. Летите за мной, хорошо. Что делать? А, вам притянуться нужно? Давай, догоняй меня. Вот я. Давай. Ну... Ну о чем поговорить-то хочешь? Господи. Так, сейчас. Так. У ракеты должны быть предохранители. Пытаюсь их обойти. Дайма, прости меня, пожалуйста. Так, обхожу системы безопасности. Нет, коды Зины блокированы. Дировелла знал, что ему нельзя доверять. Нехорошо. Запуск? Но как? Нет. Не может быть. Это невозможно. Дайма? Запуск вероятен. Теперь уже неизбежен. Время героических жестов. Давай, погнали. Да, но героические жесты моя фишка. Я так понимаю, сейчас какую-то ракету запустит, а нам нужно за нее зацепиться. Где она? Вот, пошла ракета. Так, хорошо. Хорошо, пошла ракета. Пошла. Тихо, давай на парашют. Так. Ну, цепляйся. Есть! Отлично! Только не сгори там, давай, ёп. Рико, ракета наведена на провинцию Бая. Она способна убить тысячи. Ну, она права. Тебе ракета. Запомни мой голос, Рико Родригес. Когда-то знал. Теперь ты жертва в очистительном пламени. Прощай, Родригес. Мысли есть? Нет. Ни одной. Послушай, Рико, ракету надо сохранить. Может, отправим ее в океан? Будет интересно. Так. Я, в принципе, ничего не делаю, там все сам творит. Все в порядке. Траектория ракеты изменена. Потрясающе. Плевое дело. Потрясающий! Мы должны это отпраздновать! А, это только начало, Марио. Окей, понятно. Новое оружие разблокировали. Хорошо. Где я вообще нахожусь? В каком регионе-то, господи? Ага, здесь нахожусь, понятно. Ну, блин, вообще это действительно было эпично, мне понравилось. Друзья, надеюсь, что я вас увижу в следующем эпизоде. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на мой канал, можно подписаться на Twitter. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот эпизод. Удачи, друзья. Пока.